Они не видел никогда столько кораблей. Одновременно. Да. Ну, это, наверное, последнее, так, что он увидит. Андрей прилетел? Андрей. Уже персонал ща летит. Что там летит? Так, начал меня сканировать. Че, когда атакуем? Вообще, да будет двигаться. Вы зря так близко стоите, она может разворачиваться сама, да, и вас чуть-чуть стукнуть, и обидится, короче. Сильно обидится. Она сама ко мне подлетела. Ну, спросите у Люцифера, сколько ему лететь? Осторожно, корвет вниз. Люцифер, Люцифер здесь. Все, все, распаковывайтесь, подлетайте на километр. Так, отлетаю на пол, на 700 метров, лечу. Она уже и поставила, сейчас готов. К следующему полетит. Готовы. Как только что-то она сканирует... Как нам только не зависать. Виктор, готов? Сейчас, на следующем будем атаковать. Так. Да она, по-моему, зависла. Так, а, нет, левое крыло готово? Что-то... Да можно начинать, наверное, да, сканировать. Я готов. Подождите. Ну что, я готов. Готов. Я готовы? Да. Один, три, два, один, поехали. Yes! Блин, это так прикольно, я, по-моему, могу всем назад, всем назад. Весь вечер заниматься. Выглядит красиво. Так, сохраняем видео. Да чего останавливать, еще надо пару секунд после. Я походу попал в газ, ну ладно. Ну ладно, я пошел тогда. Пора. Давай. А еще пока одного всем. Спасибо. Спасибо. Дарьяны. Так, третьего завалим? Так, есть. Давайте завалим. Починить? У Алекса. Алекс на Харрисона. Сейчас найду его. Так, у меня уже 75. Он у меня в прицеле. Так, сейчас, АФК пару минут, сейчас приду. Так, что, на это все? Через меня полетай к Алексу поближе. Да-да, вперед летит. Ты прям на меня практически смотришь. 8 километров. Да, только ты аж за этим. Покурить, а? Сейчас облечу. Парни. Да, я думаю, иди пока чуть.